Добрый день, уважаемые эксперты и участники научной конференции «Шаг в будущее». Меня зовут Клин Денис, я ученик 10 класса Майнской средней общеобразовательной школы имени Филиппа Ильича Хлопкова. Тема моего доклада – дроны в коневодстве Якутии, возможности, опыт, результаты. Цель – поиск эффективных возможностей использования беспилотных летательных аппаратов в табунном коневодстве в условиях Якутии, где задача является воплощение в жизнь и апробации. И мы хотим доказать гипотезу о том, что применение БПЛА в коневодстве имеет широкий спектр возможностей, являясь эффективным и доступным решением развития коневодства в условиях Якутии. И здесь вы видите 5 задач. И мы сделали краткий обзор применения дрона во всем мире. Наиболее эффективно используется в сельском хозяйстве в США, Японии, Китае, Гане, Израиле и в Индии. Здесь вы увидите практическую часть нашей работы. Первый столб – целевые возможности применения дрона. Здесь их 6. Выполнены по 3 эксперимента в каждой. И зафиксированы результаты и выводы. Например, выпас табуна и перегоны. Результат – выполнены более 20 полетов в год. Выводы. Можно использовать данный дрон при температуре до минус 50 градусов. Нужны такие характеристики БПЛА, как дальность, длительность и шумность полета. Мы сравнили 3 БПЛА и остановились на выборе DJI Mavic Pro Platinum, потому что время полета и дальность очень хорошие, и она морозоустойчивая. В результате применения БПЛА в коневодческом хозяйстве и тренерах. В 2015 году эффективность составила 0%, и мы ушли на убыток. В 2017 году мы купили дрон, и эффективность составила 46,7%, и убыток снизился. В 2020 году эффективность составила 150%, и мы пришли к прибылю. В заключение, наш 3-летний опыт показал, что применение БПЛА в коневодстве может привести к росту экономической целесообразности, а также уменьшению энергетических и финансовых затрат при занятии коневодством. Таким образом, нам удалось доказать гипотезу. На данном этапе исследования мы планируем произвести технические модификации БПЛА. Спасибо за внимание, у меня все.